Сете нане о како нин сурука. Нани? Ваташи ва нани га ханаси маска? Джумаку вата да дарекете денеска? Ани мену юни! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». С вами Кин и новая экспериментальная рубрика «Аниме месяца». Не так давно, где-то в начале карантина, я решил раз в месяц отвлекаться от кино и сериалов и смотреть аниме. Так как это направление для меня хоть и не самое любимое, но все же довольно интересное. И да, есть огромное море каналов, более детально рассказывающих про аниме. С моей же стороны, это будет нечто вроде знакомства с тем или иным проектом. Но скажу сразу, я не true анимешник. Я не пересмотрел всевозможные тайтлы и могу ошибаться в жанрах и поджанрах. Но все же что-то да я смотрел. Из самых запомнившихся я могу вспомнить «Тетрадь смерти», Блич, Карас, Берсерк и начало Наруто. До Боруто я как-то и не добрался. Ну и само собой я смотрел мировые шедевры типа Ходячего замка Хаула или Унесенных призраками. И в этой рубрике я постараюсь рассказывать вам про аниме, которое я нашел сам, ну или которое вы мне подскажете в комментариях. Это не обязательно может быть горячая новинка месяца. Это также может быть и какая-нибудь старая классика. Как, например... Крутой учитель Онидзука. Аниме расскажет нам о немного наивном бывшем главаре банды байкеров Акита Онидзуке, отчаянно мечтающем стать учителем. Но не только ради того, чтобы дарить ученикам свет знаний. Здесь столько милых девушек в мини-юбках. Как здорово! Учитель! Спокойно. Акита далеко не ангел. Он может быть и груб, и хамоват, и методы его обучения могут быть весьма нестандартны и сомнительны. Но вот чего у него не отнять, так это настойчивости, упорство и чувство справедливости. И пускай он довольно наплевательски относится к своему предмету, но все же талант педагога у него есть. И помогая ученикам, да и учителям с их проблемами, он добивается все большей популярности в школе. Хотя не все, ой, не все рады такому преподавателю. Ну а какие истории будут ждать Онидзуку и сможет ли он стать самым крутым учителем? Вы узнаете в аниме «Крутой учитель Онидзука». На дворе сентябрь, школьная пора уже началась, а поэтому ГТО, как по мне, один из самых актуальных сериалов на данный момент. И пускай в нем куча фарса и абсурда, но все же хоть аниме и вышло в 99-м году, оно актуально и по сей день, так как в нем поднимаются довольно реальные темы, одна из которых, например... травля в школах, которая может довести до непоправимых последствий. Ничего не напоминает? Да, несколько серий аниме очень похожи на 13 причин. Но травить ведь могут не только учеников, но и учителей. И эта тема в аниме также поднимается. Но не подумайте, это не гипергрузящее тяжелое аниме. Все это приправлено отменной дозой юмора, глупыми рожами, извращенскими выпадами, да и просто абсурдными ситуациями. Онидзука творит порой такую дичь, от которой непонятно то ли смеяться, то ли воскликнуть. На самом деле, я понимаю, почему это аниме многие считают выдающейся классикой. Как по мне, довольно сложно сбалансировать драму и комедию, но у ГТО это получилось на все 100. Да и главного героя также можно назвать отлично сбалансированным, потому что он одновременно показывает, каким надо и не надо быть учителем. Но черта аниме, которая мне понравилась больше всего, это нарушение ожиданий. Ну или проще сказать, непредсказуемость. То есть, ты на 100% уверен, что сейчас чье-то лицо полетит на кулак. Но нет, все заканчивается иначе. Или наоборот, думая, ну нет, он этого не сделает, что бы это ни было. А он берет и делает это. Возвращаясь к теме школы, ГТО позволяет взглянуть на обучение с разных сторон. Со стороны учителей, раскрывая скелеты в шкафах. Или со стороны учеников, показывая, что у них на самом деле на душе. И раскрывая их внутренние переживания. На самом деле, когда-то давно я уже пробовал посмотреть Онидзуку, но не смог его осилить из-за старого качества. Но сейчас я как-то вообще не обращал на него внимания. И влился в сюжет, поглотив серии одну за одной. Итак, каков итог? ГТО это забавное аниме с местами довольно специфическим юмором и сильными драматическими моментами, поднимающие актуальные темы школьной жизни. И хоть в том же аниме я больше люблю темы с богами, монстрами, демонами и прочим, но от крутого учителя Онидзуки я остался просто в восторге. И все это благодаря гармоничному сюжету и отлично прописанным персонажам. И пускай аниме довольно старое, с сильно уступающим современным аналогам качеством изображения, но все же если закрыть на это глаза, то как таковых минусов я у него не увидел. И как по мне, вот за что надо браться Netflix'у для экранизации. Не за «Тетрадь смерти», с которой он обосрался. И не за «Аватара», с которым он, скорее всего, тоже обосрется. А за обычную школьную жизнь, которую, кстати, у Netflix'а получается хорошо показывать. Ну, в смысле, обычная школьная жизнь, плюс к этому весьма упоротый учитель. К слову об экранизации, у учителя Онидзуки уже есть экранизация в виде дорамы и полнометражного фильма. Только я их еще не смотрел, а поэтому пока ничего сказать не могу. Возможно, мы сделаем это вместе в нашей группе ВК. Так что подписывайтесь и не пропустите. Крутой учитель Онидзука.
Ну а на этом у нас все, и всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а то вы расстроите Онидзуку. И обязательно пишите в комментариях, как вам ГТО, если вы его уже смотрели. Ну а если не смотрели, то будете смотреть или нет. И как я и сказал в начале, эта рубрика экспериментальная. Поэтому давайте так, если это видео наберет 50 лайков, а для моего канала это довольно большая цифра, то в следующем месяце я выпущу еще видео из этой рубрики. Ну а в описании для вас я оставлю ссылку на просмотр аниме, а также ссылки для вашей поддержки канала и ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы иногда вместе что-нибудь смотрим. Также, если захотите поддержать канал, то в этой группе вы можете приобрести прикольные стикеры. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока! Ваташи ва нанига хасимасука?